Города, конечно, есть везде. Каждый город чем-нибудь известен, но такого не найти нигде. Да, как моя красавица Одесса, но такого не найти нигде и никогда. Как моя красавица Одесса. Город Вена, ну прямо хоть куда. Говорят, красивей не бывает, но Одессу, маму, никогда и ни за что я на эту Вену не сменяю. Девочки дарили нам цветы. Спору нет, красивы парижанки, но красивей всех во много раз. Кто? Катька, что живет на Молдаванке, но красивей всех во много раз. Да, Катька, что живет на Молдаванке. Вообще-то, ты человек с угрюмым лицом. Я тебе песню только что посвятил. Спасибо, Сережа. Слава Богу. Друзья, всем привет. С вами есть Скрипан. Привет, мои хорошие. Эх, ты, друзьяки. Шо у меня за спиной? Я не знаю, добрейшее, огромнейшее, ни с чем не сравнимое сердце Одессы мамы. Ёшкин ты кот, барахолка во всей красе. Ребята, аналогов нет. Не благодарите, просто с нами гуляйте. Это такой шикардос, что словами не объяснить. Все, я все сказал. Словами не объяснить. Ребята, будете в Одессе, обязательно, суббота-воскресенье, с какого-то времени и по какое-то, вам сюда. Ходите, что-то покупайте, есть что продать, продавайте. А если вам ни то, ни другое не надо, так идите, просто послушайте. А это же вообще бесценно, правильно? Угу. Ты держишь карту? Слышишь, что за знакомые абрикосы растут? Да ладно! И что, кто крайний? Доброе утро. Так, аккуратненько. Я здесь наш цветочек возле ваших букетов оставлю ненадолго. Сейчас все будет нормально. Завози ее прямо в автобус. Все. Шикардос. Здрасте. Все, как жизнь молодая? Слава Богу. Ничего, потихоньку подходит. Здравствуйте. Не-не, вы торгуете, все нормально. Мы вчера плавали, а сегодня уже... Все нормально, не надо, порядочек. Ты шо? Мы только подошли. О, а мама дорогая, Катюня. Ребята, как вы уже узнали? Алена собственной персоной. Команда телефона всегда с любовью оставлю. Ты шо у нее растений? Иди сюда, я хочу сказать это по секрету, потому что я знаю, когда секретничаю, потом нам не достается. Вот это нам, ты забронировал? Нам надо вот это... Наша верба, котики, ты посмотри, иди сюда. Ты где в августе месяце видела вот такой котик? А? Какая она, боже мой, красивая. Забирай. Шо она? Она в машину влезет? Ну, конечно, влезет. Слышь, мы у Аленочки, знаешь, сколько понабираем? Ёшкин кот, люди со штативом ходят, тоже, наверное, с телевизора прислали, ты понимаешь? Ах ты, арбузы снимать. Слышь, собаки гавкают. Это тоже красивая, да? Это какая-то голден-шмолден, ну, очень красивая. Кипарис, кипарисовик, елки, шишки. Идем со Славиком поздороваемся. Кстати, запах, аромат кофе чувствуешь? Ага. Значит, у него работает печка. Если у него работает печка, значит что? Значит, сейчас будем удивлять. Эх ты, у меня сюрприз есть. Сюрприз. Вкусный, безалкогольный. А это камелия или как? Алена говорила. Я не знаю. Ну пусть и человек торгует, елки-палки. Вот она. Камелия, да, ты видишь? Я такие еще что-то помню. Нам вот тоже это? Надо. Угу. Это очень она красиво. Очень цветет, и Алена, да, сказала, что вот эти вот верхние листочки, цветочки, короче, в чай заваривают и пьют. Здрасте. О, подписочка. Ты что, братик? Приколись. А ну, приколи. Всего-то ничего. Ты что? Я тебя гривен. Умоляю. Обалдеть. Брат, ты знаешь, сколько у меня раз жопу зажимало, короче? Я тебе скажу так, ты что, Катюня? У дядьки да? В более худшем состоянии, и он 200. А я у армянина какого-то нашел. Ты что, дай бог ему здоровья, я тебе это говорю. Замечательная. А? Что? Замечательная сцена. Да. Ты что, мы меряем сиденье. Дай померить. А? Дай померить сиденье. Это ж сиделка, таких в Одессе нет. Короче, смотри, у кого косая жопа, сразу объясняю. Его потихонечку пружины смещает на бок. Меня не фотографируйте, пожалуйста. А если у тебя косая и большая жопа, то у тебя по-любому часть попадает в эту пружину, и ты когда на яме только... Это было так больно. Да, это во времена, когда у меня была большая косая жопа, понял? А сейчас
Брат, тебе повезло. Ты что, такого даже в Америке нет. Это вообще шикардос. Ребята, что всем везло. Ты что там спрятался тихонько, елки-палки, бегом. Катюня, брат, хорошего дня. Так и да, обязательно. Я сам так делаю. Славик. Да пошли так, уже. Да покажи человека, смотри. Не человека, а куст. Здорово. Доброе утро. А что ты там оставил? Помогаем людям. Не успеваю. Нет, ты молочал, что ты взял Алену, потому что именно вот такого цветочка у нас на барахолочке и не хватало. Молочага. Это людям как-то же, понимаешь? Ага. Что я хотел сказать? Тут нужно расцветать, кофе есть. Печка у тебя работает? А это тоже камелия? Брат, и пару угольков есть лишних? Ну да. Я сейчас сделаю тебе приятно, ты обалдеешь так, что еще и будет вкусно. Да. Ага. И что? Я спрашиваю, где секвоя? Дома растет? Я говорю, да, заказывать хочет, он где-то парк делает. Секвою вот такую? Я думал, когда мы разбогатеем, мы ее закажем. Елки-палки, мадам, будьте так любезны. Дала визитки, у меня же куча с работы визитки. Ага. Оказывается, там не тот телефон, который я потеряла человеку. Но он смотрит вас. И звонят в другое место? Только хорошо. А я на видео. Да, то ваш телефон дал? Да, конечно. Ребята, конечно. Не слушайте визитки, слушайте Липована. Вот тебе еще раз Аленочкин телефон. Звоните прямо оттуда, и будет вам секвоя. Человеку этому он хочет заказать секвою и побольше. Я говорю, будем искать, сейчас же завозов мало. Блин, ну она такая удивительная. Настолько древняя. Короче, что, как сегодня, слава богу? Ну, торгуйте понемножку, подходите. Давай. У меня тут для Славика есть сюрприз. Да. Я ему не сказала, вам скажу. Есть пару лишних карасей. Да, сковородку. Хорошо. Я сковородку такую оторвал. Слушай, на барахолке. Что же надо дожарить? Сегодня не могу, у меня планы. А я же ее на свидание позвал в другое место. Блин, Катюша, подумай. Дети довольные, как не знаю кто, да. Дети шикардос. Как же дожарить надо? Да. Да и что, от женихов нет отбоя? Правильно, правильно. Все будет нормально. Все, валим. Катюня, пошли. Давай, раздувай. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Девочка. Что, антиквариат надо? Недорого. Новодел уже вроде. Слышишь? Новодел. Ну ничего, как это. Мы сейчас там чуть-чуть патины добавим. Катюша, а. Я говорил, надо было больше брать карасей. А ты говоришь, хватит, хватит. Ладно. Иди сюда, мы. Так ты позвони, тебе, как это, привезут сейчас, баба, а я пойду гулять. Сегодня у бабы Кати день рождения. Ах, Сонька, Сонечка, сели свои перины, облей духами пышную кровать. Ведь на чехто, ты что, самая красивая, любимая баба Катя Украины. Эх, ты справляет именины. И вся Одесса и должна про это знать. Парира, тач, тач, парирум, ярум. Баба Катя, вы себя не понимаете. Вот люблю вас чуть-чуть больше, чем своего оператора. Угу. Потому что липованка оригинальная. Ты что? Да я не буду человека. Камень мой огород, да, сейчас? Не, ну тебя я люблю, потому что ты помоложе. Иди уже, Сережа, вот ложись, я тебя прокачу сейчас на тачке. Серьезно? Да. Может, у Славика стол есть? Короче, ребята, не знаю, сегодня что-то там. Да хотя бы людям покажи вот кусочек барахолки. Вот там столько всего, что вам по-любому что-то надо. Славичек. Я слышишь? Сзади, Михаил, здорово с тобой лично. Ага. Дуй по-нормальному, потому что у меня есть пару карасей. Подожди. Да, сейчас, что? Я тебе говорю, ты обалдеешь сейчас. Ты что? Так у меня с собой соль, масло, сковородка. Тихо, тихо, тихо. Нет, да я давно хотел, давно мечтал, потому что вот тебе нас. Слышишь, оно поместится? Да легко. Ой, шикардос. Так, масло. Наливаем. Сразу говорю, не для торговли, чисто для хороших людей, правильно? Да. Давай сюда, что у меня здесь, что-то есть, а ну-ка. Табуретка еще есть у нас, повару табуретку. Табуретка? Так, кулек есть для чего? Для муки, пригодится. Так, нож такой, нож такой. Какой? Любой. Я давно хотел, короче, не успел дома, на печухе. Пусть потихонечку заводится, мне сейчас надо будет с карасями здесь поиграться. И сделаем так вкусно. Я не знаю, хватит ли всем, но аромат сейчас такой пустим на всю молдаваночку. Ты что? Все. Шикардос. Все. Чтоб не брызгал. Скажи мне, что правда в Одессе говорят, что у тебя новый квас появился? Да. Вот я не верю. Посмотрите, сколько меда мне пчелы принесли. Хотите посмотреть? Катенька, иди. Смотри, аккуратненько здесь не бегай, все, потому что я тут буду жарить. Ничего Маша, себе. Маша, Даша, это Варя, Варя. Это ты надоил вот этих пчел, вот пчел австрийских? Да. Австрийская пчела. Называется Бакфас, ребята. Те, кто знают, те поймут, те, кто не знает, что вы понимали, самые добрые пчелы не гавкают и не кусаются у него. Сейчас пластик надо. Даже вижу цвет другой. Так, все. Я тут немножко масла наливаю. А слышишь? Что, немножко, не мало ты налил? Да хватит, а у меня. Все будет нормально. Умная сковородка. Сколько там? 5 миллиметров, наверное, диаметр тоже где-то 300 такая. Все.
Ребята, вы понимаете, за что я говорю? А? Печка не маналов. А знаешь, как мне приятно заходить все время в Инстаграм? Не к себе, а к тебе. И смотреть все новые картинки со всего мира. Сейчас разик немножко. Хорошо, все, ты наливай, я пока буду делом заниматься. Девочки дарили нам цветы. Спору нет. Красивые парижанки. Но красивее всех. Кто? Сонька, что живет на молдаванке? Ты что, засосала? А ну-ка давай. Я еще хотел бычков взять, понабирать. Знаешь, короче, сделать именно такой себе. Тебе сегодня рыбный день. А Катя говорит, оставь меня в покое, елки-палки. Ты все время меня приглашаешь на барахолку и ничего не показываешь. Все время что-то там жаришь, по людям ходишь, а мне же хочется смотреть. Катюня, бахни кваса, короче, и можешь такие гулять. И а мы пока тут пожарим. Кто не видел, как Липован жарит карася? Уже весь мир видел, так что это не обязательно. С удовольствием. Это больше... Тогда я ушла. Все. Гудбай. Ребенка не забудь. Не, ребенка я тебе оставлю. Нет, это стой здесь. Алло, иди холодно отсюда. Ёшкин кот, ты что? Ребята, ваше здоровье. Еще и квас умеет делать. Такой, что просто кошмар. Вкуснятина. Мадам, попробуйте квас. Здрасте. Мы хотели взять. Что там? Аккуратно, брат, сковородка горячая. Сзади, сзади. Чтоб не. Сзади, этот. Да. Сзади, ты возле сковородки. Сейчас надо. Мы хотели сегодня Марата взять со Светой на барахолку, а они еще в ауте не могут отойти от культурного шока, когда после ваших гостей. Кайфанули там, что пипец. Нет, именно от счастья и радости. Целуются, обнимают, говорят, ребята, вы сделали нам праздник. Но я же не сказал, куда мы едем. Просто говорю, поехали с нами. Марат безотказный, а Света еще лучше. А это, конечно же, поехали. Да, она очень любит растения, Марат любит вкусные напитки. Раскидайловска. Слава Богу. Я что хотел сказать, Катюня, слышишь? Так и здрасте. Так я ищу вашу рынду, мне надо воспользоваться. А что, у вас все рынды купили? Ладно, не в этот раз я с собой не взял. Катюша, скажи мне, а я сегодня поздоровался? Я не знаю, Сережа. Все, нормально, значит без рынды. Наверное, поздоровался. Я поздоровался сегодня? Друзья, всем привет. Славик? Нет, я буду ему мастер-класс давать. Ладно, давай поздоровайся. Друзья, всем привет. С вами Слип Иван. Привет, мои хорошие. Наверное, я здоровался. Что, ни одной рынды здесь нету? Все на складе. Ох, ничего себе. Что это? Походный вариант. Мука это ерунда. Или кого-то жарит. Ох ты что. Слышишь? Он пахнет и не жареный. А жареная Аленочка сейчас, если будет сильно очень пахнуть, переводите людей на свои растения, скажите, что это от них. Да, такой аромат. Катюня, а ты помнишь, как мы евреев на самолет отправляли? Конечно, помню. Вадика и друзей. С колбаской, докторской. Такие карасики там тоже были? Мы в другой стороне стояли. Так может надо выехать опять на автобусе, а? Взять побольше карасей и сделать людям приятно. Лишним точно не будет. Катюня? Ты видишь? Что, Сергуня? Ребята? Одну, две. Одну. Сейчас аккуратненько. Присолим. Слышишь, ты хочешь, у тебя рука свободна есть? Что мне надо делать? Подержать что-нибудь. Все, это я с ней так шучу, елки-палки. Он просто заигрываю. Не может, когда я ничего не делаю. Ему надо, чтобы я что-то делала обязательно. Ну да. Так надо, как громозека тебе включу. Ты что, балдеж, балдеж? А ты муку тоже брал? Или без муки будешь жарить? Я взял. У меня еще и пакет валялся в этом. А, ты их сейчас туда, да? Как? Ну, по-нормальному? Угу. Помнишь, когда меня давно учили подписчики? Да.
Кто что слышишь? Кто-то что-то говорит, я пою, люди квас пробуют. Вот это по-домашнему, правильно? Ага. Кто-то улыбается, ходит. Заулыбаешься тут, Сережка. Ага. Катюня, сколько там надо? А немного, правильно? Так, вот так вот. Немножко, заодно и экономно получается. В пакете. Я понял, слышишь? Надо еще с табуреткой своей ходить. Или стол маленький раскладной на барахолочке, правильно? Ты же сказал, на автобусе ездить. На колесиках. Ну или на автобусе. Пошла жара. Ты видел, какая там дама в шляпе? Что-что? Даму в шляпе видел? Да. Только что купили. Шляпу? Да. Серьезно? Одна в Одессе, да. В том месте, где наш подписчик сиденье купил. О, в комплекте, ну, что ли? Понятно, да, да. Все ясно. Комплект. Помочь тебе? Пока не надо. Смотри, иди сюда. Смотри. А? Ёбывай, ГД, уже шкварчит. Лайк, сейчас начнется, сейчас начнется. Ага. Эй, Катюня, иди сюда, подержи. Держи ты пальцы оттопырила, как будто бы этот. Не экай. А, помнишь, мы так делали? Ну, у меня пакет помню. Порвался. Да. И рыба выпала. О, сейчас опять не за горами. Все. О, Андрюха, салют, елки-палки. Ты что, на запах рыбы пришел? Здорово. Heavy metal. А я выиграл сегодня акция. Кто будет жарить рыбу на молдаванке? Первое место занял. Наш ресторан, да, так что. Класс. Я не знаю, где судьи ходят, короче. А, это будет приз зрительских симпатий, правильно? Ну, а тебе хорошенький по жопе. Нет, я тестирую печку. А, я понял. Смотри, жмение угля. А я видел ее у тебя. Все, так это вот тебе Славик, он их делает. Такая, что кинул в багажник и вообще не портится, внимание. И в любой момент всегда пригодится. Это ж типа мини-камин. Мини-камин, мини-барбекю, мини-печка, мини-что угодно. А? Ты не хочешься, чтобы тебе домой приехать похавать? Братик, это не домой, это в ресторан на Таирова. Королева 88/1. Королева 88/1. Здесь недалеко. Карась свежий есть, забегай, так что сегодня еще и юшку варят. Да? Да. 88/1, да. Ресторан Архимус, так что в любое время. Хорошо. 88/1. Совершенно верно. Все, пацанам огромный привет. Он сказал, я пошел. Куда? Где-то у него уже есть свои места. Все, порядочек. Сейчас вальтом вот так вот их положим. Вот так вот. Все, подожди. Вот так вот. Дай. До свидания. Хорошего дня. Угу. Спасибо. Донышки аж такие, посмотри, оно выворачивает. Ты что, Славик тут квасом торгует? Елки ты палки. Я тебе говорил, давай пробовать налево и направо. Стакан в подарок. Спасибо. Все, на здоровье. Ребята, забегайте в ресторан. И будет вам вкусно еще и с карасем. Славик, ты посмотри, я всегда обалдею, когда вот это готовлю на твоем, как это, блин, на твоем рукоблудии. Это настолько нежно, благородно. Нет этой агрессии, которая именно культурно. Это ты поставил и можешь спокойно заниматься своими делами, зная, что оно тебе блюдо не угробит. Обалдеть, какая красота! Катюня, ловите по аромату, ты что? А потому что... Вот только так должно в Одессе. Я сказал, у меня аж плохо, ты что? А! Есть бутылка пустая? Пустая, сок желудочный. Слюни будешь туда пускать? Ты знаешь, как я тебя говорю, что я не знаю. Славик, в прямом смысле слова, что человеку нервы делаешь. А, то я пошутил! Здрасте! Я пошутил, ты что? Я думал, что да ты возьми по аромату, попробуй. Ты. Сейчас и себе. Сейчас и слюни у него и тебе бутылка говорит. Пригодится. Обалдеть, какой он вкуснячий. Слушай, а ты не знаешь где? А, вон! Сидит, он в тенек перебрался. Катюня. Его, а вон не наш было. Его не было. Наш мужчина, который на углу сидел, да. У которого мы покупали канделябр. Да, благодаря да, да, Пукину. Пукин, благодарочка, канделябр на месте, мужчина тоже... Не было какое-то время его. Что? Все, тишина и покой. Тришкие люди у нас благородные, елки-палки. Можно даже не переживать за ребенка.
Даже если и пропадет, то вернут сытым, одетым, и будет все хорошо. Куда ты? Ну, пойду гулять. Ты что, нас бросишь? А кто рыбу кушать будет? Вы. Он мне и дома покормил. Ты, Алена и Наташа, все. Я ее, не переживай, дома покормлю. Да. Ладно, отпускаю тебя. На волю вольную. Как знаешь этого мустанга дикого? Вот этот гараж приоткрыл. Загон вот этот. Беги, а только деньги мне оставь, а то не вернешься. Мне Серега, знаешь, он приходит, одна женщина и говорит. Что? Вячеслав говорит, а где у Сережи Липомана здесь этот самый? Столик стоит, торгует чем-то. Я говорю, какой столик? Я говорю, Сережа не торгует. Я не торгую. А к нему, пожалуйста, в ресторан к нему. Я только лицом торгую, да, она еще и деньги при этом. Они же пришли, Сережа приходит, она еще... думает, что Сережа рядом меня стоит торгует. При этом еще умудряется деньги тратить. Катюня, смотри, слышишь? О, это что, массаж делать тебе? Да. А что это? Для горба. Хочешь? Серёж, один ну раз ты показываю. Ж, ну ты же не такой, что ты все время вот на камеру выпендриваешься, а? Дома такой пушистый, да, белый, я... Катюнечка, Катюша, кофе не будешь, Витька тебе сварит. Ты сама напрашиваешься, елки-палки, купи мне лучше кирогазку. Смотри, а вон тебе рога деревянные. А это вот не та штука, которую ты разжигаешь свой? Вот свой. Это? Да. Ну да, старинная, древняя. О, ты же хотел рога. А что это такое? Это увеличительное стекло. Это что, пенснея вот такое? Да, ого, слышишь, какая лупа. Ёшкин кот. Гадать умеешь? Нет. Ну и не надо. Не играюсь. Слышишь, пойдем. О, весы. А кто-то тебе обещал старые весы, помнишь? Смотри, какие красивые. Ничего себе. Слышишь, весы. Ты посмотри на раритет, ёлки-палки. На этой дудке еще Паганель вышмаливал. Какой год? 81-й, ты шо? О, почти год моего рождения. 80 рубасов такая штуковина стоила. Что еще? Это насос. А смотри, а вон люстра из миски. Посмотри. Катенька, а. У меня в руках что-то очень старинное. Да? Дубинка? А, это опрыскиватель, ты поняла? Ничего себе. Жука колорадского опрыскивать. А, ну, стой. Смотри. А может первый фонтан? Вот так вот. Стоишь и накачиваешь тебя. Какой фонтан? Ну, водой, когда жарко. О, Сережа. Что-то немецкое по-любому, наверное. Я говорю, вон люстра из миски. Когда фройлин в обморок падали, понял? Подбегали гусары. Все, я падаю, давай, подбегай. Быстро. Рога интересные. Ого! Шляпа. Это не шляпа. Варенье. У нас же в доме на втором этаже нет туалета. Нету. А, вот. Это ночная ваза, думаешь? Да. Ну, будешь старенький, я буду тебя носить такую. Или девочку тебе заведу, которая будет ты носить. Посмотри, сколько этому мячику лет. Ой, а там что, Страдивари или это просто чехол? А, только чехол? Ёлки-палки. Катюня, деревянный. Ребята, если есть у кого-то Страдивари, так я вам знаю, где под нее дом. Обалдеть, хорошая вещь. Ой, как это сейчас называется, а раньше делали? Кашпо? Да, у Алены вон есть. Вот, ты что? Что ты рога-то не взял? Ну, шо? Не потрогал. Рога. Не хочешь? А? Пошли на ту сторону, на секундочку. Я тебе устрою. Слышишь? На ту сторону пошли сходим. Катенька? А. Да не могу я уйти от этого... Чего? Аромата карасевого. У меня пока... Рыба не горит. Слайк. Это у тебя там рыба горит, а у меня здесь все нормально, елки-палки. Ты что, торгуй не хочу. Куда здесь говорить надо? Это шо лампа это? Голубая. Или это... А? Это лампа голубая. Сама ты голубая, елки-палки. Это по пляжу ходить кукурузы торговать? Нет. Да. А тут еще мигалка с сиреной. Пшонка, пшонка, кому свежая пшонка. А ну что там за разносик, посмотри. Где? Вон там, в ящичке. Ёлки-палки, вот прям... смотри, бутылки старинные. Разнос, ты... я тебе говорю, посмотри. Вот возле тебя прямо. Что ты орешь на меня при людях, ёлки? Мы же, ты видишь, что не видишь, я оделся в белым весь. Вижу. Праздник мне хочешь испортить. Посмотри, пожалуйста. Какой поднос? Ну, вот возле... это? Да нет, тут к той стороне. Сережа. Вот это? Да. Да что ж я его вижу? А ну, что это?
А, это совочек. За тобой, когда будет с тебя пепел сыпаться, бегать? Да. А что вот это пушистое? Ух ты шо! Хендмей. А смотри, пушистое что это такое? Греки из Одессы. Из Одессы куда-то гребут. Шо-шо? Вот это? Ага, ага. Шапка на пуговицах. А, немецкая, наверное. О, ты хотела что-то вот это вот? А ну покажи. Латунное. Мне лучше вон то еще стеклянное. Еще и ровное. Шо-шо? Стеклянное вон, видишь? А, так тут их в комплекте, они две. Ничего себе. Ё-моё, и еще такая три. А это я помню. Ох, какая зелененькая, красивенькая, супер. Вот это я нашел. Слушай, друзьяки, скажите, у каждого в сарае вот такой вот из-под... А ты помнишь, как раньше посылки приходили, да, да, в этих ящиках? Посылки, так у всех вот такое или на балконе лежит сокровище. О, ручки. Это краник. Старинные. Вот этот вот. О, красивая. Стропон дверной. Это просто красивая штука. Просто красиво, да? Когда у тебя день рождения? Бриллианты. Что? А, там... Ага. Очень красивая. Катюня, смотри. Для сахара щипчики. Там Слави какую-то музыку наигрывает. Говори, что ты рыбу переворачивай уже. Ё-моё. Так я теперь понял, кто на Пасху в Одессе играет. Давай. И что, надо уже переворачивать? Я так с глазами вижу, вроде бы. Да я тебя умоляю. А ну еще раз так вот. Что? А ну отойди, я сейчас как блины переверну. Ёлки-палки, как пахнет. Ты посмотри, это золото. Видите, угостите, слюной. Пока слюной, да. А там... Все, вот теперь... Вот это да! Ребята, вот так должна выглядеть рыба. Похоже, как икра, цвет. Тихо. Я сейчас коробки специально не бросаю. Ё-моё! Это то блюдо, когда ты еще не доготовил, но можешь уже кушать, понял? Согласен, да. С одной это стороны себе. Кидаешь, короче, да? Да. Щипаешь. Что, с какой стороны будете приступать? С головы или с хвоста? Надо сначала верхний. Ух ты, можно еще по-всякому, так? Какая красивая. Прям золотая, елки-ты-палки. Голден, Катюша, все, вот сейчас уже можешь уходить. Спасибо. Лишний рот хуже. Пока. Не, ну пахнет сейчас, это я тебе говорю, сейчас по-другому не скажешь, елки-палки. Весь аромат туда, сейчас можно понимать, откуда очередь выстраивается. Люди на запах идут. Ну это же малютка вот эта вот. Вот и маленькая печечка, да. А что творит? Что творит? Сколько? 90. Ну, порядок. Сама печка там будет отогреваться 700 сейчас. Я же кучу попадал. Вот сейчас там, да. Отбьет наверх. Не, оно и не наверх, ты можешь вот так вот взять, да, проверь. Что показывает? 602. Отлично. Ты что, агрегат? 602 температура, да? Давайте ставим. Ага. 602. До 750 разгоняется печь. Здравствуйте. Вот то мы когда с Маратом сухой тажин готовили, вот там ее разогнали, думаю, до 800. Пипец было такое. Так, Сергей. Да, иди давай. Давай. Какие-то супер модные джинсы. Thank you.
который здесь стоит, он еще не постоянно снимает блогеры. Да? Что это за такие легендарные штаны? Не знаю. Класс. Американский бренд. Американский бренд, супер. Спасибо. А с якою метою ви фотографуєте? А так, щоб було. Яка хитренька. Деньги были, хотя мы покупали. Нет, нет, я сказала. 20 долларов это сейчас получается сколько? 800. Нет, не пришла. Пираты эти поштучно. Сейчас там вроде индейцы. Или индейцы, или пираты, я не знаю. Мне без разницы. Что это? Это не дали сюда. Нет. Всем сыграем. Алена, все красивее и красивее у вас. А? Мыльнички все красивее и красивее. Да, не выкинула в Инстаграм. Вы же сегодня скупаете. Оставьте что-нибудь. Я их не успеваю. Прямо. Это все-таки
Вот это очень красиво. И вот это еще большая вот такая. Ага, ну это я, по-моему, видела, нет? Нет, у нас была маленькая такая, она продана. А это другая. А это прямо красотка. Сколько стоит? Это 1300. 1300. С водичками, полтора. Это не мой. Ага, красивая, но. Не, мы не просто пожарили, мы уже уже людей угощаем по кусочку, потому что они уже не могут знать. Я думал, ты уже не вернешься. Что ты купила? Что это? А ну. Тихо, нифига себе. Что это? Ёшкин кот. Что-то такое глубокое. Такое, это Дездемона, что ли? Не знаю. Играет, а? Катюня? А. Ты ж... А? Отпускай тебя. Что-то в этом есть. Смиренная, покорная, да? На скрипке она играет? На скрипке, да? Я понял, вот тот чехол лежит от этой скрипки. Катюня, тебе надо по-любому купить. Слушай, это что-то очень какая-то прямо сильно немецкая, да? Угу. Скажи мне, мне спрашивать, сколько ты денег за нее дала? Недорого. Ну и ладно. Ну ладно, говорит. Все. Что, сюда подкинуть ее? Сразу купят. Наташа, покажи ее. Ага. Наташа тебе сейчас расскажет. Наташа, скажите, это оригинал? Я не разбираюсь. Нет, судя по немецким буквам, оригинал, правильно? Конечно. Все. Наташа сказала, значит, оригинал. Все, пусть полежит возле... Так, не продавай мне ее тут. Возле... Это на счастье. Ёлки-палки. Ты шо? Часы, время правильно? А чё нет? Почти, я вот да? Еще, смотри, что купила. Шо это? Оригинал в кресле сидит. Ёлки-палки, да. Катенька, что ты так завязала, как будто бы это не должен это завязали, видеть? Это завязали, это не я завязала. Не разобьется? Нет. Слышь, а мне так... А что, я курить уже начал? Это не пепельница. Наташа, а что, это не пепельница разве? Похоже на пепельницу. Ага. Ладно, давай закурим. А я ее буду использовать как мыльницу, понятно? Под мыльницу. Ладно, в мыльницу я еще не курил. 5,60. И недорого. А мне так нравится. Я со Славиком здесь стою. А я гуляю, ничего да? не делаю. Да, ты себе ходишь, ребенок короче, и голова у меня не болит за это. Все, вот это сходило, так сходило. Да, так. С картинами мы еще, кажется, отсюда не уезжали. А что, мы начали картины покупать, Катюша? Ну, не знаю, почему-то мне захотелось. Я не знаю, я понял, ты просто возле Наташи здесь все чаще и чаще начинаешь
Она вообще не ходи, в моем Сережа. Каком-то, ты видишь, темная. Подарим это кому-то. Смиренная. Марату. Славик, держи талерку тебе. Ты шо, ой, мама дорогая. Шикардос. Короче, я вам рыбу оставляю. Да, спасибо большое. Мы сейчас накормим здесь. Есть все, а ты там уже по-братски короче делись. Спасибо. А мы пойдем, все-таки я же обещал оператору погулять. Да. А, да? Да. А, она же ходила, контент снимала, елки-палки. Я тебе буквально пару кадров молчаливых снимала. А все остальное ты гуляла, людям ничего не снимала? Просто ходила смотреть. И что, тебе не стыдно? Все нормально, порядочек. Так. Красота. А тут мадам такая интересная подходит, и что вы тут такое жарите? Рыбу, да, а как называется ее карась? Если оно мне надо, а когда же я ее попробую? А да, я говорю, короче, бери, берите, попробуйте, и все будет нормально. Славик, возвращай сюда обратно кофе, кидай туда карася этого, пусть остывает, корми девочек, а мы, может, все-таки сходим. Ну, можем, конечно, немножко. А ты дошла до Жени, он мне карася выпилил из дерева, из коры? А, я его видела, но не дошла. Все, идем. Катюня, ну и слушай, дилемма, елки-палки. Тут все умы и барахолки, молдаванки, собрались и не могут понять, что это за картина. Ребята, может, есть у нас там? Там у нас по-любому среди подписчиков есть. Расскажите. Знакомые вот этот и, вот. И по энергетике, и по... Гурундуру, фердеры. Это художник такой. Ну, посмотри, какие у него черты лица. Блаженные. А ты говоришь? Та не, интересная какая-то и очень старинная. О, там уже и персики подвезли. Ты что? Так и здрасте. Сейчас персики на карася. А что, ты уже меняешь персики на карася? А ты хоть сам попробуй. До свидания. Короче, друзья, я с души, с вашим настроением. Для вас сегодня жарил возле Славика. И Аленочки. Карася, детский либован. Туда мы уже не пойдем. На другой раз оставим, правильно? Да. А завтра мы выходные? Рыбалка. А, мы завтра с Маратом готовим азербайджанский суп. Ладно, на другие выходные пойдем по полной программе. Гуляй, не хочу, вам устроим. Это уже третий будет, который он мне обещает по полной программе. А сколько обещанного ждут? 3 года. О! Все, скоро случится. Всем пока-пока. Чао!